Минздрав проводит служебное расследование по инциденту в Иссык-Кульском областном роддоме, где младенец получил перелом ключицы при рождении. Об этом сообщил пресс-центр ведомства. По его данным, создана специальная группа, которая проведет всесторонний анализ соблюдения медицинских стандартов на каждом этапе родов для выяснения обстоятельств и предоставления медицинской оценки произошедшего. В ведомстве добавили, что органы внутренних дел начали собственное расследование данного случая. Работе медицинского персонала, причастного к этому инциденту, будут также дана юридическая оценка и применены наиболее строгие меры в случае выявления нарушений. На данный момент как младенцу, так и его матери оказывают необходимое медицинское лечение, чтобы обеспечить их полное восстановление, сообщили в Минздраве.